Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Період не тільки коронавірусу, а ще й сезонних захворювань сьогодні з нами буде говорити про те, як берегти себе, берегти своє здоров'я, підтримати його сімейна лікарка, лікарка-дієтолог Дар'я Лєвих. Я вас вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, от які ми з вами спілкувалися, які 4 стовпи здоров'я існують, що робити, щоб ці стовпи підтримувати і зберігати, особливо такий от період захворювань. Благодарю за приглашение. На самом деле тема очень актуальна. И действительно, к вопросу здоровья всегда нужно подходить комплексно. Если вы купили витамины, начинаете их пить и при этом лежите на диване, действовать они, естественно, не будут. Если вы ходите 5 раз в неделю на спорт и при этом курите, естественно, тоже результата не будет. Поэтому я за то, чтобы комплексно подходить к вопросу здоровья. А именно есть, правильно, как вот Анна сказала, 4 столпа здоровья. Первое – это, конечно же, режим сна. От того, как вы будете спать, будет зависеть то, как вы будете себя чувствовать на следующий день. Во время сна вырабатываются два важных гормона – соматотропин и мелатонин, которые восстанавливают организм, восстанавливают клетки. И там, где во время, например, днем что-то где-то сломалось, где-то какая-то клеточка там, да, поломалась, где-то вирус попал, все это лечится и латается ночью. Поэтому крайне важно спать с 10 в идеале до 6 утра. Если там мы чуть-чуть задерживаемся, то крайний срок это в 11 ночи нужно лечь спать, так чтобы вы до 6-7 утра выспались и чувствовали себя бодрячком. Те, кто худеют, нужно помнить, что За каждый недоспанный час вы съедите на следующий день плюс 250 килокалорий. Подумайте, нужно ли оно вам. И никакая сила воли, поверьте, вам не поможет. Плюс это восстановление нервной системы. Оно идет именно по биоритмам. Поэтому чем дольше вы таращитесь в гаджеты по вечерам, тем меньше у вас остается время на восстановление организма. То есть первый столб – это режим сна. Второй столб – это режим питья. То, как мы пьем, сколько мы пьем, видите, я тоже пью постоянно. Утром в идеале нужно делать такой душ для внутренних органов. Так же, как вы умываете лицо, точно так же нужно умывать внутренние органы, особенно желудочно-кишечный тракт. Поэтому 400-600 мл теплой, холодной, горячей воды, неважно, пробуйте, экспериментируйте так, чтобы вы вот выбрали идеальный свой вариант. И в течение дня каждый час 150-200 мл, каждый час вы выпиваете, да, я это называю капельный полив. Представляете просто, что вы цветок, которому нужно вот по капельке поливать. Что дает нам вода? Прежде всего, она нам помогает выводить продукты обмена, продукты интоксикации, которые у нас в организме все время накапливаются. Поэтому, если вы устали, что-то там заболело где-то у вас, то попейте воды прежде всего. Второй момент – это, конечно же, метаболизм. То есть, чем лучше мы поим собственный организм, тем лучше у нас формируется желудочный сок, ферменты, транспортируются гормоны, лучше циркулирует кровь. Все это зависит от водного режима. Поэтому второй столб – это водный режим. Третий столб – это режим питания. И здесь даже не так важно, что вы едите, как то, как вы едите. Старая школа диетологии и мифов очень много на эту тему, что нужно есть много и, точнее, часто и понемножку. Это на самом деле неправильная тактика. В долгосрочной перспективе она не доказала своей эффективности, поэтому кушать нужно 3 раза в день, еще лучше 2, но это уже high level, то есть это уже чуть-чуть попозже, когда вы привыкнете, и полностью исключить перекусы. Я это называю не пачкать во рту. Пожалуйста, хотя бы попробуйте пожить в таком режиме, чтобы у вас между приемами пищи проходило 4 часа. Вот чистота во рту. Да, мы можем пить воду, чай без сахара, без меда, но при этом ничего не кусочничать, ни орешков,
ни там яблочек, всяких вот этих моментов. Прежде всего, вы не даете своему желудочно-кишечному тракту восстановиться. Во-вторых, вы расшатываете свой инсулярный аппарат. Выделяется слишком много инсулина, который является провоспалительным, то есть повышает воспаление у вас в организме. Отсюда акне, высыпание, отеки, отсюда вы более восприимчивы к вирусным заболеваниям. Отсюда лишний вес, конечно же, потому что избыток инсулина, он накапливает, в организме накапливается жир при таком состоянии. И третий столб, да, поговорили, это режим питания между приемами пищи 4 часа. И четвертое, не менее важное, это режим активности. То, как вы двигаетесь и сколько в течение дня. Это очень-очень важно. Недостаточно ходить два раза в неделю просто в спортзал. Нужно каждый день, каждое утро разбудить свой организм маленькой зарядкой, просто вот легкой разминочкой. То, насколько вам, что вы помните с физкультуры, что вы знаете вообще, может где-то вы ходили в какие-то залы, и вы там что-то, да, запомнили, то, что вам, вот мы начинаем с шеи, потом плечи, потом грудь, животик, бедра, ноги. Вот к этому, пожалуйста, обязательно себя приучите, себя, своих близких, своих деток. Не зря в Советском Союзе, да, делали зарядку и включали даже ее по громкоговорителю. Тогда и здоровье у людей было немножечко все-таки получше. Я думаю, вы с этим согласитесь. Поэтому режим активности, пожалуйста, помните об этом. Можно опиться витаминами, но если вы не двигаетесь, то эти витамины просто не доедут туда, куда нужно. Поэтому это будет неэффективно. И четвертый столб? Четыре сказали. Режим сна, режим питья, режим питания и режим активности. Вот эти четыре столба, которые вам помогут сохранять свое здоровье в наиболее ресурсном состоянии. Потому что иначе, если вы будете только брать, только истощать этот ресурс, вы просто, ну, в итоге приедете не туда. Що ж, буду сподіватися, що наші глядачі почули і будуть користуватися цими правилами. Ми сказали за режим харчування, яким же ж має бути раціон осінній. Ми знаємо, багато овочів зараз. І все ж таки, як скласти цей осінній раціон, щоб він був здоровим? Можливо, є якісь цікаві лайфхаки, цікаві рецепти такого правильного, здорового харчування, корисного? На що зараз потрібно звернути увагу в період, коли дійсно багато вірусів, і, зрозуміло, з коронавірусом теж ситуація не улучшається, к сожалению. Наше здоровье прежде всего в наших руках. Вот не надо надеяться на здравоохранение, на врачей или на то, что кто-то придет и защитит вас от коронавируса или там от любого другого вируса. Прежде всего помните о том, что вы в первую очередь ответственны за свое здоровье. И лучший способ лечения – это профилактика. Поэтому питание здесь тоже играет огромную роль. Не допускайте прежде всего дефицита белка в рационе. Его не должно быть много, но его должно быть достаточно. Как правило, это 0,8-1 грамм на килограмм вашего веса. Если, конечно, у вас нет лишнего веса. То есть мы рассчитываем эту пропорцию 0,8-1 грамм на килограмм массы тела вашей, ну, идеальной или хотя бы рекомендованной вашей массы тела. Вот это количество белка, которое нужно съедать. Где мы берем белок? Это птица, рыба, яйца, орехи, бобовые. Грибы не надейтесь, оттуда вы не возьмете белок, он очень плохо усваивается. Вот эти продукты, которые я перечислила, они должны быть у вас в рационе ежедневно. Второе, это цинк, то, что сейчас действительно у многих дефицит. Где взять цинк из продуктов? Больше всего его в тыквенных семечках. Сейчас как раз сезон, много тыкв. Можно тыкву кушать, саму тыкву, да, кушать, запекать, в салатах делать, куда угодно. Кроме этого, можно использовать и тыквенные семечки. В идеале для продвинутых людей я рекомендую вообще делать тыквенное молочко. Что это значит? Вот из вот этого жмыха всего, который есть в тыкве, вместе с семечками, с вот этой серединкой, в хорошем блендере вы это
измельчаете вместе с водой, через сито процеживаете, получаете такой напиток, супер полезный. Его можно добавить там в блинчики, его можно в кашу добавить, подмешать, да. Если к этому вы еще не готовы, то просто тогда покупайте качественные тыквенные семечки, не на рынке, они не должны быть в открытом доступе с кислородом. В идеале, конечно, это наиболее свежие тыквенные семечки, не масло, подчеркиваю, а именно тыквенные семечки. Хотя бы 1-2 столовые ложки в день вы покроете свою норму цинка в день. Цинк сейчас даже во многих исследованиях по ковиду доказал свою эффективность, и даже его рекомендуют, да, как лекарственное средство уже в добавках использовать, если у человека есть вирусные какие-то респираторные проявления. То есть первое — это белок, второе — это цинк, третье — это витамин D. Очень сейчас многие люди в дефиците витамина D, даже летом. Все, кто ко мне приходят вот с анализами, я всегда прошу сдавать анализ на витамин D. И даже те, кто работают на даче, кто целое лето вроде как под солнцем, у них есть дефицит витамина D. Поэтому в идеале, конечно, проверить в крови свой уровень витамина D. Если такой возможности нет, то профилактические дозы у вас должны быть однозначно от 2 до 4 тысяч единиц ежедневно. Важно, да, можно купить его в аптеке, можно его купить там где-то там на iHerb'е, да, или где-то еще в каких-то магазинах, а получаем мы его вместе с солнцем, да, то есть гуляя, пока еще есть солнечные деньки, выходите, выставляйте кожу под солнечные лучики, таким образом вы будете восполнять дефицит витамина D еще и естественным способом. Третий момент — это йод и селен, да, то, что нужно нашей щитовидной железе, то, что непосредственно влияет на иммунитет, и то, в чем мы дефицитны, как правило, вот вся Украина, кроме тех, кто живут в приморских районах, то есть возле моря. Где мы берем йод? Это морепродукты, это водоросли, рыба, да, морепродукты, креветки и так далее. Если доступа к ним у вас нет, тогда используем добавки. Доза йода для взрослых — это 150-250 мг в зависимости от веса, от состояния, да, сопутствующих хронических. Для детей это 75-150, но я, как правило, назначаю не меньше 150 микрограмм в день. Это важно, все-таки лучше посоветоваться с врачом, прежде чем, да, какие дозировки вам более показаны. И это что касается профилактики, да. И два слова хочу сказать еще о том, если у вас и у ваших близких есть респираторное проявление, да, вы не знаете, это коронавирус или это другой вирус, но есть кашель, температура, есть насморк, что делать в этом случае? Есть сейчас новые протоколы по лечению, да, коронавируса, такому легкому течению, и в него входит тот же витамин D, в него входит обязательно витамин С, уже дополнительно в добавках, которые мы можем купить в аптеке. Из продуктов мы можем его взять из отвара шиповника, из сладкого перца, пожалуйста, обязательно каждый день пусть будет сладкий перец у вас на столе. Это капусты, все виды капусты, если вы их хорошо переносите, тоже в идеале в сыром виде. Это там, где много витамина С. Если по каким-то причинам, да, и вы чувствуете уже болезнь, то тогда не мешает принимать витамин С в добавках дополнительно по 500 мг 2-3 раза в день после еды. Так, витамин D сказала, мелатонин, кстати, как не удивительно, но при лечении коронавируса используют также мелатонин в таких достаточно высоких дозировках, это 6 мг перед сном. Его я назначаю в чуть меньше дозировках у тех людей, у которых есть нарушение сна, потому что, как мы поговорили в начале, сон – это залог нашего крепкого иммунитета, и, как мы видим, в новых протоколах по лечению ковид тоже используют мелатонин. Но это уже больше, да, мы про аптеку перешли, не совсем про рацион. А где есть, кстати, источники, да, то, из чего синтезируется мелатонин? Это черный шоколад, только, пожалуйста, берите с минимумом сахара.
Это орехи, семечки тоже должны быть ежедневно в вашем рационе, чтобы было подспорье, из чего, собственно, этот мелатонин будет синтезироваться. И очень важно, с 21:00, пожалуйста, не используйте гаджеты, телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры. Этого не должно быть у вас перед глазами, потому что собственная выработка мелатонина будет ухудшаться. Вот это идеальный вообще набор. От ми говорили на початку, що не треба засоряти, скажімо так, свій раціон перекусами, от використовуючи у їжу, вживаючи там горішки, якісь насіння, це вживати разом, додавати, з їжею, так. Додавати у салати. Це все обов'язково вместе з їдою. Вот в салати, в супи, в каші, куди угодно. Можна із цього робити конфетки, просто измельчить, да, ті ж орехи, семечки, смішати там з медом, скатати шарики, вот вам уже лучшие конфеты, лучше и полезнее просто не придумаешь. Но это все равно как десерт после еды. То есть это не перекусы, в идеале именно так. Ну, ми вже сказали, що робити, якщо відчуває людина перші якісь ознаки респіраторних захворювань, як я розумію. Можливо, там якась ще є, у нас залишилося буквально 3 хвилинки, якийсь от лайфхак, якась цікава така порада від вас, як від сімейного лікаря, як від дієтолога. Прежде всего, еще мы, да, важно, не сказали важную мысль о том, что ваше настроение, эмоциональное состояние очень сильно тоже влияет на ваш иммунитет. Чем больше вы будете двигаться, ходить, гулять под солнышком, да, смотреть на вот эти красивенные листья, которые сейчас, на природу, тем лучше будет ваше эмоциональное состояние и настрой. Если вы будете постоянно читать и смотреть, какая статистика, сколько заболело, сколько умерло, ну поверьте, вам эта информация вот ничего не даст полезного, кроме того, что будет нагнетаться вот здесь вот постоянная вот эта вот, да, машинка, которая будет явно не способствовать укреплению вашего иммунитета. Поэтому в идеале это меньше мусора, не только пищевого, то, что мы едим, там чипсы, сухарики, пицца и так далее, но еще информационного. Пожалуйста, будьте бдительны и внимательны, что поступает не только к вам в рот, но и то, что поступает к вам в уши и в ваш мозг. Потому что чистота, она должна быть во всем, и в питании, и в информационном поле точно так же. Я вам вдячна за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Було дійсно дуже цікаво послухати таку корисну інформацію. Я сподіваюся, що наші глядачі все засвоїли, зробили висновки. Сьогодні з нами була на прес-конференції сімейна лікарка, лікарка-дієтолог Дар'я Лівих. Говорили про збереження здоров'я в умовах не тільки пандемії коронавірусу, а ще й осінніх сезонних захворювань. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте.